Нужно было побольше муки. Водички чуть-чуть добавлю, все-таки я с водой промахнулась. Чуть-чуть добавлю, потому что должна первый замес быть жидковатым. Вот такой примерно. Вот так вот замешиваем. Это наш первый замес. Все, теперь нужно это накрыть каким-нибудь полотенчиком или тряпочкой, неважно, чтобы был воздух. И убираем в теплое место, но не в жаркое, ни батареи, ничего. Температура примерно должна быть 16-18 градусов. Прохладненько такое, теплое, ну, не холод, не жарко. И это второй день. И опять накрываем полотенчиком. Желательно надо сделать так, чтобы ваше полотенчико с чем-нибудь обвязать, чтобы не попадал туда воздух. Для того, чтобы не обветривалась у нас сверху наша закваска. То есть оденьте какую-нибудь повязочку или резиночку. Все. Второй день мы запустили. Она уже начала дрожжи создавать, бродить. Это очень хорошо. Уже даже запах появился специфичный такой. Все. И опять также закрываем тканью. Делаем обвязку, чтобы не попадал туда воздух, чтобы не образовывалась корочка. И убираем в тепленькое, но не батарея, не что-нибудь такое. Температура 16-18 градусов. Такое прохладненькое, проще говоря, место.